Тверской гимназии номер 8 открылся автогородок. Теперь во внутреннем дворе учебного заведения будут проходить занятия на знание правил дорожного движения. Проект был реализован в рамках программы «Школьная инициатива». Мы молодое поколение за безопасное движение. Во внутреннем дворе 8-й гимназии оборудована площадка с дорожной разметкой, макетами дорожных знаков и светофоров, перекрестками и пешеходными переходами. Проект в рамках конкурса «Школьная инициатива» разрабатывали 11-классницы Даша и Лиза Бабанины. Мы решили то, что в нашей школе не хватает как раз-таки наглядного школьного автогородка. То, что как раз-таки мы уйдем из школы, а ребята смогут все сами также наглядно пробовать, потому что в наше время, когда мы учились, были в начальной школе, у нас такого не было. А ребята уже пробовали, катались на мотоциклах. Да, им очень понравилось. Они рады, что появился школьный автогородок в нашей гимназии. Задумка оборудовать автогородок на открытом воздухе появилась давно. В гимназии даже проходило голосование. Дети, педагоги, родители решили, что реализовать нужно именно этот проект. Мало было идею родить. Надо было еще продумать оформление, чтобы это было, с одной стороны, и эстетично, и практично, и плюс ко всему, естественно, отражало реальную обстановку дороги. Наглядно, интересно и познавательно. Знания правил дорожного движения эффективнее всего закрепляются на практических занятиях. Здесь именно имитация города, так сказать. Здесь есть и пешеходные переходы, проезжая часть, где можно будет какие-то спроектировать моменты ситуации на дороге, когда детям будет показано наглядно, как и что нужно делать при переходе дороги. Уроки безопасности есть в учебном плане каждого класса. В этом году изучать правила дорожного движения учащиеся гимназии номер 8 будут на открытом воздухе на площадке нового автогородка. Мы